Всем привет! С вами сад-огород, двойная обрезка малины. Сейчас у нас на рисунке, на схеме нарисован побег замещения, который вырос за летний период. Основной куст мы здесь не изобразили, он нам практически сейчас не нужен, но надо полагать, что на фоне этого побега есть еще и старый куст. Приступать к такой прищипке, я ее называю прищипкой, можно на малине, которая примерно начиная от 3 лет и выше. Свежепосаженную малину, конечно, рано такую работу проводить, надо подождать, пока куст окрепнет. Поэтому на плодоносящем кусте малины мы проводим вот именно такую вот двойную обрезку. Когда побег замещения, их будет несколько, я показываю один, достигнет высоты примерно 60-120 сантиметров, мы прищипываем или отрезаем макушку на 8-10 сантиметров для того, чтобы активировать пазушные почки вот в этих разветвлениях, для того, чтобы этот побег замещения дал нам дополнительные ответвления однолетние. Делать это надо в конце мая, в начале июня, как только побеги достигнут именно вот такой высоты. Для низкорослой малины и среднерослой можно начинать из 60 сантиметров, а для обычной где-то в районе 1 метра. Весной следующего года такие побеги примерно выглядят так. Значит, наша задача провести весеннюю обрезку такого побега, который выглядит как деревце молодое. Мы отрезаем концы веток. Они примерно до полуметра могут вырасти. Мы обрезаем их на 10, 12, 15 сантиметров каждую. Примерно под почку близлежащую. Вот этот прищипнутый побег кривой или отрезанный мы тоже подравниваем ближе к первому верхнему отростку однолетнему. Ну, примерно вот в этой точке. В течение лета у нас вырастет вот такой вот кустик на этом побеге замещения, который будет выглядеть как деревце. Здесь у нас появится в пазушных почках цветочные почки, они дадут нам хороший урожай. Он будет значительно выше, чем при классической обрезке малины. Если был бы у нас один побег, то мы получили бы только вот примерно урожай одну или две ветки вот таких на протяжении этого побега. Ну а получив деревце, мы получаем урожай как минимум в 2 раза выше. Отсюда мы видим, что у нас малины будет значительно больше. Вот, пожалуйста. Но надо полагать, что при такой обрезке обязательно надо следить, чтобы на кусту было примерно 4, максимум 6 вот таких вот побегов. Все, что у нас будет, поросль там лишняя, который не дорастет или который будет хорошо расти, придется нам ее ликвидировать для того, чтобы не затенять куст во время созревания урожая. В то же время мы должны опять в летний период зарядить, значит, точно такую же операцию сделать с побегами замещений, которые пойдут уже на следующий год. То есть точно так же мы делаем прищипку. Отбираем 4-6 побегов,
Остальные все в виде поросли вырезаем периодически под кустом, чтобы не создавать, значит, плохую ситуацию для куста. А поскольку урожай у нас будет большой, обязательно привязывать ветки надо, шпалеры или еще как-то, иначе они упадут от веса урожая. Спасибо за внимание.